партнеры, добрый день. Уже могу говорить, голос есть, поэтому важная информация по поводу оплаты карт. На сегодняшний момент мы можем оплачивать только MasterCard. Там дело в протоколах подвязки финансового потока именно заправления наших карт деньгами. То есть это договоренности банка с процессором. На сегодня процесс закончен с MasterCard, и это доступно. Visa 30-40 дней, как сказала руководство, в процессе договоренности. То есть документы сданы, это все в процессе подписания. Следовательно, что нам необходимо делать? Елена Никонова создала чат ID карты, либо здесь, либо там. Пожалуйста, все спонсоры, свои группы. Мне не нужно каждому отдельно личку, все равно потеряю всех, так не годится. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы сделать списки. Какого плана? Имя, фамилия, логин, почта и какая карта, черная либо золотая. Только эти данные мне на этом этапе нужны. Пожалуйста, за выходные дни мне нужно эти списки составить. Напоминаю, карта не обязательно для покупки. Карта – это инструмент для того, чтобы… Это корпоративный инструмент, чтобы выводить заработанные биткоины в офисе на фиатные деньги посредством обменника. Не нашего, не Umbrella обменник. Обменник, который работает с биткоином и который является посредником в обменных процессах по договоренности с банком. Только для этого. То есть работаем с биткоином, выводим деньги на карту, получаем фиат. Карта для этого. К Umbrella это наша карта, не имеет никакого отношения. Umbrella – международный обменник, лицензированный, официально зарегистрированный, с гарантийной необходимой суммой в долларах, хранящейся на банковском счету, которая начинает работать у нас. Мы уже читали все на Umbrella, видели в конце этого месяца. Мы знаем, что первые пары – это биткоин и эфир. Запускается официально нормально работающий обменник, который позволит нам обменивать наши Eagle Social Gold Coin на реальные деньги. Недопонимание, почему новый бренд стоит, новое название, новые буквы вы видите на Umbrella. Таким образом объяснил это Мигел, что дело в том, что ID – это коммерческий инструмент, это коммерческий двигатель нашего бизнеса, это маркетинг-инструмент. Поэтому какое название у нас там стоит? Eagle Social Gold Coin. Вы, наверное, все обратили внимание, что токены реальные называются II, и дальше идет Social Gold Coin и так далее, Time is Money, Eco Coin и Agro Coin. Поэтому мне интересно, что у нас Eagle Social Gold Coin, токены наши имеют аббревиатуру эту именно. И выводя наши иглы, мы уже на обменнике получаем монеты, получаем токены, которые в реальном времени прошли White Paper, все 4 White Paper есть, прошли официальное признание, и это легальный обменник, который будет давать пару, первая пара с биткоином. Global Star Club. Возможности безграничны.